Палеонтолог из Великобритании заявил, что открыл новый вид динозавров. Причем он сделал это не на раскопках, а изучая коллекцию окаменелостей в одном из музеев Канады. По словам ученого, эти кости находятся здесь более 75 лет и изначально были неверно классифицированы. Согласно данным музея, они принадлежали анхицератопсу. Но после более пристального изучения окаменелостей, ученый пришел к выводу, что это останки совершенно другого подвида древних рептилий. По словам палеонтолога, это представитель пентацератопсов – динозавров, которые обитали гораздо южнее канадской провинции Альберта, где была сделана находка. Ученый утверждает, что его открытие – лишь верхушка айсберга. В последние годы темпы нахождения новых видов динозавров сильно выросли, говорит ученый. Это означает, что мы даже приблизительно не представляем, сколько видов мы еще потенциально можем обнаружить. Новый вид назвали Pentaceratops aquilonis, или северный. Эти рептилии были размером примерно с быка. Они питались растениями и обитали около 75 миллионов лет назад.